Александр, и это анонс 29-го, предпоследнего тура 4-й лиги ХФЛ. Первый матч 9:55, ФК Добро, Инсайд. Важный матч для Инсайда, в принципе, для них сейчас каждый матч важный, для того, чтобы не вылететь в пятую лигу. Ну а для Добра еще один матч, в котором они могут поиграть в свое удовольствие. 10:55, Гладиатор Возрождения. Для Возрождения, в принципе, матч с нами станет неким воспоминанием о пятой лиге, так как они и в пятой лиге с нами встречались. Ну и, в принципе, нам также будет интересно с ними сыграть. Думаю, Возрождение поборется в этом матче за очки, так как стоит им оторваться от зоны вылета и окончательно гарантировать себе прописку в четвертой лиге на следующий сезон. Далее 14:30, Свобода против Йети. Для Йети очень сложной выдается концовка сезона, где они могут вылететь в пятую лигу, но матч со Свободой, в принципе, даже не знаю, стоит посоветовать ребятам собраться с силами и, думаю, сыграть от обороны против Свободы, хотя очень слабо верится, что Йети смогут отобрать очки у Свободы, которая сейчас завершает сезон очень на сильной ноте, четвертое место у команды, и совсем они не настроены его терять. И далее матчи в воскресенье. Сириус Блэк Вулс. Сложный матч как для одной, так и для другой команды. Но, думаю, Сириус вновь покажет хорошую игру и вырвет победу Блэк Вулс, так как у ребят, в принципе, такая тенденция, ничего особого они не демонстрируют, но и тем самым как-то у них удается получать очки в матчах. Находят они свои приемы в каждом матче с соперниками. 9:55, один из самых интереснейших матчей тура, Юнайтед Кумовья. Так как Кумовья не выходят просто так для того, чтобы слить матч. А Юнайтед также команда, которая отобрала очки у всех лидеров, выиграла у Интера, выиграла у Оптима Фарм и сыграла ничью с Бронью. Так что, думаю, команда заслужила для того, чтобы ее боялись конкуренты. Да и не просто конкуренты, а просто соперники. 10:50. Возможно, матч окончания чемпионата. Интер 2, Бронь. Интер 2, если выигрывает в этом матче, то, думаю, уже гарантирует чемпионство. Ну а Бронь, если выиграет, то сможет побороться за золотые медали. В любом случае, ничья, думаю, не устроит больше Бронь, чем Интер, потому что все-таки Интер сейчас опережает Бронь на одно очко и имеет еще одну игру в запасе. 1:45, главный конкурент Optima Farm, конкурент лидеров Интера и Брони, будет играть с Никой. Ну и Optima Farm просто обязаны брать очки и надеяться, думаю, на то, что Интер победит Бронь для того, чтобы Optima Farm могла побороться за серебряные медали. Потому что, честно говоря, мне уже не верится, что Optima Farm сможет достать золотые медали. И последний матч 12:40. Балтика Оболонь. Ну и думаю, в этом матче все ясно. 3 очка Оболоне, так как Балтика не приходит уже, кажется, в 7-й раз на свои матчи. Всего хорошего, это был анонс 29-го, предпоследнего тура 4-й лиги ХФЛ. Играйте в футбол. Всего хорошего.